Добренько. Всем добренько. Привет, Кротоскин. Привет. Как вам? Самое приятное в ней – это цвет. Потому что будет сочетаться с моими колоночками. Да? Сюда ложим колоночку. Пионер. Не выглядит в сочетании с ней. Вот сюда по бокам две колоночки поставим. Телевизор поставим. И все. Красота, да? Красивая мебель. И в Икее продается. А стоит? Ой, лучше вам не знать, сколько она стоит. Потому что стоит она дорого. Блять. Да наоборот, цвет охуенный. Я же говорю, цвет вот как бы сочетание темно-темно-коричневого со светло-коричневым. А у меня как раз колоночки пионеровские. Они тоже светло-коричневые из березы. Такой шпон рояльный лак. И они тоже такие светлые. Мне кажется, сочетаться будет хорошо. Так, ну что, киллинг тайм. И не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну и, собственно, люди добрые, помогите!